В прямом эфире «Главный час» и мы продолжаем. Завтра в Красноярске масштабно отпразднуют День семьи, любви и верности. Начнется праздник с богослужения. Оно пройдет у памятника святым Петру и Февронии. А вечером на набережной Енисея пришедших ждут интерактивной площадки. С 5 часов любой желающий может спеть караоке или сыграть на гитаре. Дети и родители станут пиратами и пройдут квест. Им нужно будет найти настоящий клад. Самые маленькие гости смогут попробовать украсить подарки с помощью сладостей. Кроме этого, для горожан выступят известные красноярские коллективы и солисты театров. Не обойдется и без сюрпризов. В 19:00 мы с вами сможем услышать впервые песню, написанную этому празднику. Исполнят Анастасия Козлова и Алексей Орлов, наши уже известные исполнители, солисты музыкального театра. И надеемся, она станет таким добрым гимном нашего праздника. Завершится день просмотром фильма в кинотеатре под открытым небом. Участие во всех площадках бесплатное. Как отмечают организаторы, особое внимание на празднике будет приковано к семьям, которые могут быть примером для всех. Изюминкой этой программы станет то, что здесь, на этой сцене, будут вручены 15 супружеским парам памятная медаль за любовь и верность. То есть это пары, которые долго, и мы верим, счастливо уже, собственно, живут вместе.